Хорошо. Подписать. Точно. Спасибо. Плохо подписала, может, ручка у меня замерзла. Да, ничего. Так, коллеги, мы будем играть с временем, поехали дальше. Значит, сегодня мы пригласили главного эксперта, специалиста отдела управления Росреестра Дарья Николаевна. Пожалуйста. Добрый день всем. Слышно меня? Нет, не работает. Нет. Подключить? Нет, наоборот, наоборот. Ничего не слышно, сказали, что? Ну что такое у вас? Да-да-да. Как один и где же кабель? Так, удобно? Да, да. Раз, раз. Вот, сейчас работаем. Раз, раз. Все слышно. Вроде как. Раз, раз. Слышно? Не слышно. Раз, раз. Нажмите мой. Поставим его, да? Раз, раз. О, как хорошо. Итак, всем добрый день. Мы сегодня с вами поговорим о вопросах, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Вот уже год работает новый закон, значит, 218. Мы поговорим немножко о его отличиях от 122 федерального закона, действующего ранее. Я отвечу на вопросы, которые, возможно, у вас возникают в ходе практики. И с управлением Росреестра, может быть, вы сталкиваетесь, и поговорим о процессуальных, возможно, некоторых моментах, потому что в итоге судебные решения о признании прав на недвижимое имущество попадают в управление, и регистрационные действия, решения принимает государственный регистратор. Так как к судебным актам тоже периодически у регистраторов возникают вопросы. Как вы знаете, государственный регистратор у нас лицо, имеющее высшее образование, и требования юридического образования ему не предъявляется. То есть, если вы, да, вот, например, представляя интересы клиентов своих, должны понимать, что документы, которые подаются на государственную регистрацию, они, да, проходят несколько этапов, в том числе этап правовой экспертизы. При этом, да, зачастую у того, кто эту экспертизу проводит, нет юридического образования. Конечно, вот наш отдел, например, в том числе существует для того, чтобы в сложных вопросах, которые возникают у регистраторов, получить консультацию юриста. Если у вас какие-то вопросы возникают по ходу, наверное, можно задавать, да, или в конце? Ну, расскажите. Да, ну, в общем... Да. Мы поговорим сначала с вами о главе 3 218 закона, так как она... Да, хорошо. Поговорим о 3 главе 218 закона, которая предусматривает, значит, основания государственного учета, кадастрового учета и государственной регистрации прав, предусматривает лиц, перечень лиц, которые обращаются к государственной регистрации, и иные наиболее такие важные моменты, и то, что является, ну, в общем, то есть, когда никаких сложностей с объектом, например, нет, и все обычно, то мы с вами будем смотреть главу 3 закона.
Значит, в чем особенность? В том, что если ранее 122 закон, как вы понимаете, предусматривал основания для государственной регистрации, соответственно, существовал закон о государственном кадастре, который предусматривал основания для государственного кадастрового учета, то сегодня все эти основания у нас с вами в купе закреплены в статье 14.218 закона. В чем сложность? В том, что как сформулирована статья, так и основания в ней. Это основания и осуществления государственной регистрации, и основания для государственного кадастрового учета. И разграничить их может только, по сути, человек, который понимает специфику государственного кадастрового учета и знает, что такое государственная регистрация прав. То есть для граждан, конечно, это вообще очень сложно читаемо. Какие у нас здесь с вами появились нововведения? Значит, появились основания для государственного кадастрового учета. Это межевые планы, технические планы, акты обследования, схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте при осуществлении кадастрового учета земли, образуемой в результате предоставления гражданину безвозмездное пользование. Также, и иные ранее указаны, как вы знаете, акты сдел, акты государственных органов, местного самоуправления, действующие в момент их издания в соответствии с законом, действующим на тот момент, договоры, другие сделки в отношении недвижимого имущества, акты о приватизации жилых помещений, свидетельства о праве на наследство, вступившие в законную силу судебные акты. Как вы видите, законодательная техника также вызывает вопросы в связи с тем, что мы видим. Есть и акты, изданные органами государственной власти, и акты о приватизации жилых помещений. Собственно говоря, одно могло бы включать в себя другое. Но законодатель решил уточнить. Вообще, закон как будто бы создан для как раз-таки человека, не имеющего вроде бы юридического образования, с тем, чтобы все было понятно и никаких вопросов не возникало. Вот была цель. Насколько это получилось, вы сможете оценить, в том числе услышав, какие проблемы возникают в ходе работы. Что еще любопытно, что закон стал предусматривать случаи, когда государственная регистрация, государственный кадастровый учет осуществляется только одновременно. Затем, значит, когда государственный кадастровый учет может осуществляться без государственной регистрации прав. И когда государственная регистрация прав может осуществляться без кадастрового учета. Соответственно, вы должны понимать, что если будут поданы документы, например, в случае при ситуации, когда регистрация и кадастровый учет должны осуществляться одновременно, а заявление будет одно, то будет принято решение о приостановлении. То же самое и в остальных случаях. Так, например, случаем одновременности является прекращение существования объекта, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав. Здесь сразу расскажу, например, на практике возникал такой случай, когда объект был уничтожен в связи с пожаром. Естественно, правообладатели объекта не обращаются в управление, тогда КИО, да, сегодня ранее КУГИ, выходит с иском о признании прав отсутствующими. Судебное решение выносится и звучит, как признать права таких-то лиц отсутствующими. Вместе с тем нет нигде указания на прекратить кадастровый учет объекта. КИО подает это заявление в управление Росреестра, и у государственного регистратора возникает вопрос, как быть, потому что от заявителей нет, значит, от правообладателей заявления, а у КИО только вот решение с такой резолютивной частью. Конечно, мы в такой ситуации, понимая, что существование объекта на кадастровом учете без прав, которые мы прекратим на основании решения, оно как бы нарушает принципы ведения Единого государственного реестра недвижимости, да, открытости, достоверности, и то, что он должен соответствовать действительности, основная цель, чтобы мы могли все на него ориентироваться и знать, что если там объект есть, предполагать, что значит, он существует, по крайней мере. И тогда мы обращаемся к мотивировочной части решения суда, где суд указывает, что да, вот объект уничтожен, вот есть акт о пожаре, вот такая ситуация, поэтому последствием является снятие с кадастрового учета и прекращение прав на него. Это все в мотивировочной части. И, конечно, мы по заявлению КИО в данном случае в том числе не только прекращаем право, но и снимаем объект с государственного кадастрового учета. Потому что сделать просто так мы не можем, у нас есть требования одновременности вот по этой статье. Значит, примером государственной, да?
Это не преюдиция, это именно в этом же решении суда, да, была мотивировочная часть, где суд вот указывал на то, что последствием является снятие объекта с кадастрового учета. Другой вопрос, как бы, у нас был... Да, другой вопрос был, что обращается такие, у которого в резолютивной части лишь прекращение прав на объект. А сделать просто так не можем, есть принцип одновременности. Вот мы вынуждены были выходить из ситуации, то есть вот искать это в решении суда. Государственный регистратор, конечно, самостоятельно, особенно если да, у нас человек, который не имеет юридического образования, да, ему сложно это понять, и сложно вообще этим... Он не уверен в том, что так можно. Примером, значит, случая, когда государственная регистрация прав осуществляется без кадастрового учета, это, собственно говоря, те случаи, когда объект уже поставлен на кадастровый учет. То есть в каких-то ситуациях, например, при создании объекта, когда возможна постановка на кадастровый учет без регистрации, это часто касается жилых домов, машиномест, которые строят застройщики, они ставят на кадастровый учет, когда эти объекты ставятся, то государственная регистрация можно не проводить сразу, а вот как раз-таки потом уже без одновременного кадастрового учета. Ну и все случаи перехода прав на объект недвижимости, также подтверждение прав на объект недвижимости, возникших в силу федерального закона. Еще, значит, момент, связанный с объектами, права на которые возникли до введения в действие 122 федерального закона. Тоже у нас возникают вопросы. Сегодня очень актуально, все никак не могут понять, как же заставить собственников зарегистрировать эти права. Потому что, как вы понимаете, налоги взыскиваются, да, с тех объектов, которые, чтобы объекты права содержались в реестре. Очень сложно, все государственные органы думают над этим. Есть инициатива о том, чтобы, конечно, спустить это на органы муниципальной власти, чтобы они эти участки, в основном это земли касается, конечно, и разыскивали собственников и выступали от их имени в качестве представителей. Но, конечно, это возможно только при внесении изменений в федеральный закон, потому что сегодня такого нет, и, конечно, пытались как-то прочитать закон таким образом, что вроде как и, может быть, и есть у них полномочия такие. Но это, конечно, к сожалению, без прямой нормы будет нарушать права заявителей, да? Весь закон, как 122, так и 218, построен на принципе заявительного порядка государственной регистрации прав. Итак, значит, что касается случаев, значит, государственного кадастрового учета без одновременной государственной регистрации прав, значит, и речь идет о прекращении прав существования объекта, права на который зарегистрированы в едином государственном реестре прав. То есть, да, мы с вами видим, что если права прекращаются, ну, соответственно, если права висят, то можно подать заявление на прекращение прав, на прекращение кадастрового учета объекта. Потому что, почему так можно? Потому что если мы прекратим существование объекта, то при поступлении документов в отношении него, как бы даже видя права, регистратор увидит, что объекта нет. А вот если мы с вами прекратим права при сохранении объекта, то при поступлении на него документов регистратор будет считать, что объект действует, ну и будет их рассматривать как некое, что возможно там дальше переход там, или возникновение прав на него, хотя объект не существует. Вот с этим связано. Дальше у нас, значит, можно поговорить о лицах, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет и регистрация прав. Здесь тоже идет речь об одновременности, то есть когда одновременно, то такие-то, когда не одновременно, то такие-то лица. И, соответственно, у нас следующий случай – кадастровый учет без одновременной и регистрация прав без одновременной. Здесь, ну, сложно для восприятия, но попробуем. Что нас тут с вами может заинтересовать? Конечно, у всех возникает вопрос, кто такие иные лица в случаях, установленных федеральным законом. Это есть во всех трех частях.
И возникает вопрос о кадастровом инженере в случаях, установленных федеральным законом. То есть вот и на практике эти вопросы возникают. Что касается кадастрового инженера, то единственный случай, который прямо закреплен законом, мы отыскали в земельном кодексе при осуществлении кадастровых работ в отношении, по-моему, комплексного освоения земельного участка. То есть вот и все на этом. При этом, конечно, кадастровые инженеры считают, что этих случаев значительно больше. И вообще рассматривают это как, в принципе, свое полномочие на обращение с заявлением о постановке объекта на кадастровый учет. Иногда очевидно, что, может быть, и стоило бы такие полномочия предоставить, но, к сожалению, прямое указание закона не позволяет государственным регистраторам зачастую производить регистрационные действия по их заявлению, да, если вот мы не можем отыскать случай, установленный федеральным законом, который дает им такое полномочие. Какие еще у нас сложности здесь бывают? Значит, на примере. Вы все знаете, порядок существует у нас распределения имущества ликвидируемого юридического лица. Иногда возникает путаница между распределением имущества ликвидируемого лица между учредителями и распределением имущества, обнаруженного после ликвидации юридического лица. Соответственно, если в первом случае запись о ликвидации юридического лица не должна быть внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, то во втором случае, естественно, эта запись, она неизбежно будет внесена. Эти случаи, значит, мы вынуждены разграничивать и сообщать государственным регистраторам, в том числе, в своих правовых заключениях, о том, что это, конечно, две совершенно разные процедуры. И вот обратимся к регистрации прав в случае распределения имущества между учредителями, когда запись еще не внесена. Какие документы нужны для регистрации? Многие граждане, особенно, которые часто нам пишут, представители иногда обращаются и тоже с этим вопросом, какие документы нужны для государственной регистрации? Казалось бы, 218 закон должен бы открыл закон, посмотрел и увидел, и собрал. Но, к сожалению, все мы знаем фразу и иные документы, необходимые в соответствии с федеральным законом, и сюда, конечно, влезает все, что угодно. Ну, не все, что угодно, но очень много, и знания, которые необходимы для того, чтобы собрать этот полный пакет, они, конечно, должны быть достаточны. Итак, вопрос в том, что достаточно ли протокола о распределении имущества и заявление лица, которое приобретает права того самого учредителя, либо нам необходимо заявление ликвидатора и передаточный акт. Здесь к чему мы обращаемся? Прямо нигде не закреплено, сколько должно быть заявлений. В законе указано, что в случае, если переход прав осуществляется на основании договора, то нам нужно заявление двух сторон. Ну, соответственно, здесь никакого договора нет. Можно подумать, что здесь порядок закреплен в учредительном договоре между учредителями, но, к сожалению, это тоже не так. Если обратиться к закону о обществах с ограниченной ответственностью, например, и вообще к понятию вот этих учредительных документов, то мы увидим, что там не устанавливается подобного, нет требования такого содержания. Соответственно, здесь мы вынуждены обратиться к аналогии закона, к аналогии, которую допускает Гражданский кодекс, и потребовать заявления от ликвидатора в связи с тем, что имеет место все-таки переход прав. Переход прав от юридического лица к учредителю. Ну вот, собственно говоря, и тогда мы принимаем решение о приостановлении в таких случаях. Так, какие у нас еще возникают при заявлениях вопросы? Ну, соответственно, вы все знаете, что для государственной регистрации необходима нотариальная форма о доверенности.
Поэтому я думаю, что это нам излишне обращаться к этому. Да, да. Итак, теперь поговорим о не самом приятном, как раз об основаниях возврата заявлений и документов без рассмотрения и об основаниях, сроках приостановления государственной регистрации. Значит, без рассмотрения документы возвращаются, если нет сведений об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию. Здесь какая проблема? Закон, конечно, не требует подтверждения представления среди документов на государственную регистрацию, подтверждения уплаты государственной пошлины. Это безусловно. То есть вот все считается, что этого требования нет. Оплатил, можешь оставить у себя, и предполагается, что этот платеж он будет обнаружен вот в этой какой-то единой системе платежей. Но на практике это бывает затруднительно. Поэтому в многофункциональных центрах, через которые единственно сегодня вы можете подать документы на государственную регистрацию, конечно, заявляют, что этот документ самый первый, который необходим. Вот. Ну, это сделано в целях исключения таких случаев, когда лицо оплатило, а его не нашли, и вот этой вот кутюрьмы туда-сюда документов. Конечно, заявитель будет, безусловно, в 100 раз прав в этой ситуации, но если технически такая ситуация, что не был обнаружен платеж, то он просто в своей правоте получит очень длительный срок осуществления регистрационных действий. Поэтому, конечно, рекомендуется, я бы рекомендовала прикладывать этот документ. Ну и в случае, когда заявление представлено в форме электронных документов, образцов, не соответствующие формату, если документы представлены на бумажном носителе, имеют подчистки, зачеркнутые слова, иные исправления, которые не оговорены, значит, в том числе документы, исполненные карандашом, либо имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно установить их содержание. Также имеется, если в реестре имеется отметка о невозможности государственной регистрации перехода прав, ограничения обременений без личного участия собственника или его законного представителя. Значит, также если, соответственно, заявление не подписано обратившимся лицом. С заявлением о невозможности регистрации без личного участия. Была такая история, связанная с случаем, когда лицо выдало доверенность на представление своих интересов, и эту доверенность, действительно ее выдало, но оно не отменило ее, а подало вот такое вот заявление о регистрации без личного участия, которое не было обнаружено при совершении регистрационных действий. И вот возникает вопрос о стыке необходимости отмены доверенности, который порядок предусмотрен Гражданским кодексом, и заявление о невозможности регистрации без личного участия. Казалось бы, тогда заявление оно рассчитано на случаи мошенничеств, то есть когда я в принципе никакой доверенности не выдавала и никого не уполномачивала на совершение регистрационных действий, то, соответственно, и лицо приходит, и вот оно какой-то доверенностью липовой, и вот совершены действия, и тогда я вроде как вот подаю такое заявление, чтобы никто меня не обидел. А для случаев, когда я сама уполномочила лицо, то есть был у нас некий договор представительства, есть внутренние отношения, как вы знаете, представительство, вот для подтверждения во внешних я выдаю доверенность. И тут же вместо того, чтобы отменять ее и использовать механизм, предусмотренный законом, я вот использую вот это вот заявление о запрете регистрации без личного участия. Ну, конечно, с другой стороны, это заявление помогает ускорить, не допустить, так сказать, отчуждения там или иных действий с объектом, не принадлежащих без моей воли. Но тогда возникает, зачем нам вот этот институт об отмене доверенности применительно к недвижимости и к распоряжению права. Да, если хотите потом. Сейчас, секунду. Да, да, можно подать заявление о запрете регистрации без личного участия и отозвать. Нет, не напрямую, это все делается через МФЦ,
просто пишется также заявление. Единственное, это можно сделать уже только лично, разумеется. Да. Да, да. Можно, все равно отозвать его можно. Да. Как лучше? Лучше лично через МФЦ. Тоже, я считаю. Ну, вы знаете, бывают такие ситуации, когда ошибки допускаются периодически в ходе работы. Они исправляются потом, да, вот путем, в том числе, подачи заявления об исправлении технических ошибок. Как бы, вроде бы, когда и ошибка такая, что сложно ее назвать технической, но вот, учитывая, что она действительно техническая, то есть она вот в ходе работы такая возникает. А вот проблема в том, что вообще реестр в связи с тем, что это вот такой стык, да, содержание правового с техническим, то здесь вот это, я тоже понимаю, что, конечно, оно вносится, но и внести можно по-разному. Так что государственный регистратор, сколько там может быть заявлений в отношении объекта, и где вот это заявление, если его не увидеть, вот, да, не сделать его вот таким вот красным флажком, то могут быть ошибки. И, соответственно, конечно, порядок такой, что оно должно быть красным флажком и все такое. Но бывает, что исполнители допускают в ходе работы, да, некие вот такие, в том числе и такие недочеты бывают. Да, да. Она придумана для того, чтобы, например, если я была собственником объекта какого-то, и этот объект был продан, да, там, например, по доверенности, потом еще раз продан, тут я говорю, что никакой доверенности я не выдавала, объект я не отчуждала, и начинаю судиться, виндицировать этот объект, то я иду в Росреестр и подаю вот такое заявление. Хороший вопрос. Что является основанием? Основанием зачастую являются документы, подтверждающие принятие, в том числе искового заявления судом. Нет, это не арест. Это именно речь, я понимаю, о чем вы говорите, заявление о наличии права притязаний. Сложно его подать, потому что иногда действительно не понимают, что это. Но да, вот я понимаю, что это. И мы такие заявления, когда да, нас спрашивают, как это повесить, какие доказательства представить, просто... Вот я вам предлагаю исковое заявление с подтверждением принятия судом. Да, да, да. Ну, например, вот так. Сейчас скажу. Супружеское имущество? Я бы рекомендовала ему подать заявление о запрете регистрации без личного участия, приложив документы. Хорошо, пусть тогда подаст сначала одновременно заявление о регистрации его в качестве собственника объекта. То, что это является общей совместной собственностью. Ну, это может быть, да, некое заявление, и вот, например, я там такой-то, такой-то, являюсь супругом такого-то, который зарегистрирован в реестре, объект приобретен такого-то числа, брак зарегистрирован тогда-то. Ну да, и приложить документы, да, то, что это... Да, да. Нет, не на долю, а просто внести меня в качестве сособственника объекта. Ему достать... Да, да, сособственника объекта. У нас были такие ситуации, и
было такое, мы рекомендовали подавать заявление тогда о внесении в качестве собственника, и тогда одновременно, так как подано заявление о запрете регистрации физического участия, все это вместе рассматривалось в таком виде и вносится, потому что, конечно, тут... Общедолевая, да, я понимаю, конечно. Так, да. Так. Я не очень поняла, потому что вы говорите, что супруг и ребенок, и говорите общее совместное. Не может такого быть. Общедолевая. Родители, ребенок. Общедолевая тогда. Не бывает общесовместной. У родителей ребенка. Хорошо. Так. Коллеги, давайте сформулируйте вопросы письменно, не отнимайте меня от компьютера. Значит, ладно, давайте я отвечу позже тогда на вопрос. Продолжим с вами. Хорошо, я буду повторять потом. Вкратце вопрос. Итак, значит, мы с вами поговорили об основаниях возврата документов без рассмотрения, то есть когда вообще они не рассматриваются, государственная пошлина возвращается заявителю в таких случаях. И сейчас обратимся к основаниям приостановления государственного кадастрового учета и государственной регистрации. Итак, например, лицо, указанное в качестве правообладателя, не имеет прав на такой объект. Это все понятно, это первоначальная сверка с данными реестра. Ну, здесь какие бывают случаи? Это случаи замены паспортов. Вам нужно обратить внимание на, если вы являетесь представителем, например, граждан. То есть, если лицо меняло паспорт, то необходимо подать заявление о внесении изменений в данные реестра, так как при предоставлении, соответственно, паспорта с иными паспортными данными возможно принятие решения о приостановлении государственной регистрации. Конечно, в законе предусмотрен порядок взаимодействия между государственными органами, да, здесь уже упоминалось так называемое межведомственное взаимодействие. Это касается и служб УФМС, в том числе налоговой службы, к кому мы чаще всего обращаемся, иных, возможно, государственных органов, естественно, администрация, муниципалы. Значит, здесь вот это нужно иметь в виду, потому что формально, если лицо обращается с иными паспортными данными, то возникает вопрос его идентификации. И можно говорить вот о том, что лицо, указанное в качестве правообладателя, мы не можем установить, что оно уполномочено на распоряжение объекта. Естественно, если обратилось ненадлежащее лицо с государственной регистрацией с заявлением, имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными. Право ограничения или обременение права, о котором просит заявитель, не подлежит государственной регистрации. Значит, что нас может с вами интересовать вот по этому пункту? Есть так называемое, все вы знаете, право постоянного пользования. Вот это право постоянного пользования часто возникает в результате принятия судебного решения. Часто граждане, которые были прописаны в квартирах, принадлежащих им по договору социального найма, и при этом отказались от приватизации, как вы знаете, по жилищному кодексу сохраняют право постоянного пользования этим объектом. И вот жилищный кодекс, к сожалению, у нас не предусматривает того, что это право подлежит государственной регистрации. И часто
приносят решение судов, где написано, ну, где указано, что признаете таким-то право постоянного пользования таким-то объектом недвижимости. И как обосновать то, что это право подлежит регистрации все-таки? Потому что вот мое личное убеждение в том, что оно должно быть в реестре как обременение. Итак, у нас есть с вами 131 статья Гражданского кодекса, которая предусматривает это право среди тех, которые подлежат государственной регистрации в принципе. И при ссылке на то, что, а вот, вы знаете, больше это нигде не указано, но что 131 указано, а где закон, который предусматривает и так далее, я бы рекомендовала обращаться к аналогии закона. В Гражданском кодексе есть положение о завещательном отказе, которое может содержать, да, право постоянного пользования отказодателя. И там указано, что лицо вправе требовать регистрации данного права. И вот право постоянного бессрочного пользования, которое установлено решение суда, также может быть зарегистрировано в реестре и должно быть зарегистрировано. Ну, вы знаете, не всегда это указано в договоре приватизации, прямо нет. Есть, они очень разные, старые, новые, всякие. Поэтому я вот, честно говоря, договор приватизации не встречала с указанием такого права. Не то чтобы я их много видела, но те, которые поступали в порядке вот, правовой, к необходимости правовой экспертизы, там этого не было. Да. Ну, я могу сказать, что есть случаи регистрации, то есть когда государственный регистратор, у него возникает сомнение, он направляет к нам, наша позиция о том, что оно должно быть зарегистрировано. Я не знаю, сколько... Как обременение? Вы имеете в виду, что оно указывается в качестве обременения? Вот вы получаете выписку, у вас ипотека, да? А тут будет право постоянного пользования, бессрочного пользования. Хороший вопрос. Значит, давайте я его тоже освещу, потому что это может быть интересно. Встречаются договоры дарения действительно с сохранением права постоянного бессрочного пользования. Здесь какая логика бывает? Такая, что договор дарения – это передача прав полномочий собственника, владения, пользования, распоряжения в полном объеме. И тогда что это такое за вот сохранение за собой права постоянного бессрочного пользования? И вроде как это такое одарение или тогда это вообще? А может быть, это вот такая, рассматривают это как притворную сделку, что она что-то прикрывает собой, потому что как это вот... Почему надо подозревать притворную сделку? Можно было бы зарегистрировать, а потом подарить, если бы не в отношении себя устанавливалось это право постоянного бессрочного пользования. А я как собственник, я же не могу в отношении себя повесить право постоянного бессрочного пользования, потому что полномочия собственника включают в себя все. Это наиболее полное господство над вещью. Все. Больше не... Все в нем. Понятно, что это условия договора. Это право одно есть, просто оно не обозначено. Я как собственник не хочу, чтобы это право было обозначено. Тогда мы должны будем включить туда, да, и право аренды, и право залога, и все обременения, которые существуют, мы должны будем включить, потому что я вам также скажу, я собственник, хочу, чтобы было обозначено. Это приведет к хаосу. После дарения проблема возникнет на регистрации перехода права на основании договора дарения. Вот то, о чем говорят вот там, вот что это условия дарения и что так можно. Вот момент возникновения проблемы будет не при регистрации права постоянного бессрочного пользования уже, а когда вы подарите, и в договоре дарения будет указано, что собственник сохраняет право постоянного бессрочного пользования. Вот там будет проблема. Да, да, да. Вот. Но принципиальной позиции разные, вот прям вот они разные бывают. Можно обосновать как одну, так и другую, что можно и что нельзя. Но принципиально, мне кажется, что следовало бы, наверное, допустить такой переход с сохранением такого права. Ну, это когда договор не предусмотрен законом, и то да сё да, и вот не поименованы. Да. Ну, знаете, насколько я помню, был случай, когда первый раз такой договор поступил, насколько я помню, было принято решение о невозможности проведения регистрационных действий.
А второй раз, когда такой договор поступил, ну, да, с промежутком примерно 2 года, мне кажется, было, ну, между этими моментами, мне кажется, уже изменена была позиция правовая, и она была о том, что можно. Ну, вот, насколько я помню сейчас, потому что... Насколько я помню, сейчас позиция такова, да. Но, да, на данный момент, по-моему, последнее было принято решение о регистрации. Да. Дело не в том, что мы разрешили, а завтра запретили. Дело в том, что в законе прямо нигде это не написано. Мы все с вами здесь имеем высшее юридическое образование. Вот вы говорите, при дарении никакого обременения не может быть. А вот люди тоже имеют высшее юридическое образование, говорят, почему, если моя воля такова, а есть диспозитивности принцип гражданского права, от него тоже никуда не деться. Ну вот видите, да, ваша позиция имеет право на существование, я говорю, они равновеликие в этом смысле, возможно обосновать как одну, так и другую. Итак, значит, на чем мы с вами остановились? А мне пусть зарегистрируют. Так, ясно. Это да. Значит... Я не очень понял, как об обременении и доверии спорить, а вообще доверие под условием запрещается. Они говорят о сохранении права постоянного бессрочного пользования. А? О сохранении права постоянного бессрочного пользования, как некого вечного права. Договоры, ленты, договоры с условием пожизненного содержания. Да, 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 есть. Ну вот вы просто поддерживаете позицию одного из слушателей. Да, до дарения вообще вам не зарегистрировали. Да, это можно дискутировать долго на эту тему, да, найти как сторонников одной позиции, так и другой, но мы с вами продолжим. Значит, не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и или государственной регистрации прав. Тоже пункт такой, очень часто используемый, и я уже объяснила, это связано с тем, что нигде в законе мы перечень документов с вами не увидим. Вот такой вот, что а вот при приватизации вот эти вот, а вот при купле-продаже вот эти, при дарении эти, при ренте эти. И здесь, ну, что рекомендуют? Рекомендуют наиболее полный пакет. Все, что не надо, вам вернут, говорят. Да? МФЦ возвращает обратно. Те, кто, ну, документы, когда прием осуществляют, да, многофункциональные центры, они, конечно, у них есть некий алгоритм, да, некие там памятки есть о том, какие документы необходимы в том или ином случае. У них тоже есть текучесть кадров, есть большие сложности там с работниками, но они, конечно, говорят вам, какие документы нужны. Зачастую там бывают те документы, которые не нужны, бывают там, не бывает документов, которые нужны, но принципиально вроде как бы на них ориентируются. Конечно, заявителям больше не на кого ориентироваться, как на работника МФЦ. Но бывают случаи, когда у тебя нет документа, и ты знаешь, что он не нужен, а тебя требуют. И в таких случаях, конечно, нужно подавать документы на регистрацию, то есть говорить, я знаю, нет, принимайте, что хотите, давайте письменный отказ. Потому что они обязаны принять то, что ты им принес. Вот в таком режиме. Они, конечно, говорят, нет, мы не возьмем, без пошлины не возьмем. Вот настаивать, все, что могу рекомендовать, потому что у них есть обязанность принять то, что принес. А, как вы к чему это? Мы их не требуем предоставить, Росреестр их предоставить не требует. Там в законе вы знаете, что есть положение о том, что заявитель вправе предоставить эти документы по собственной инициативе.
Да? То есть вот как раз те документы, о которых вы говорите, документы, предоставляемые в порядке межведомственного взаимодействия, все могут быть предоставлены заявителям по собственной инициативе. Это связано с возможностью, например, мне нужно быстрее. И я знаю, что межведомственный запрос пока пойдет, пока вернется, а если на него не поступит ответа, то я получу решение о приостановлении регистрационных действий. Потому что ну, мы должны дождаться, налоговую надо дождаться. УФМС дождаться, да, особенно с юридическими лицами это связано, это учредительный документ юридических лиц. Конечно, лица, юридические лица их просто приносят, ну, потому что это быстрее. И вы, как вы себе представляете, вот налоговый устав, он бывает разных размеров, то, что говорят. В налоговой кто-то должен этим заняться капитально, предоставлением этого устава в управление. Поэтому зачастую все, как бы, то, что могут предоставить, предоставляют. Конечно, бывает у граждан, например, нет сил там, идти в администрацию, да, есть пожилые люди, там, несовершеннолетних, там, в отношении несовершеннолетних документов. А? Так, значит, предоставленные документы не являются подлинными или сведения, содержащиеся в них, недостоверны. О чем здесь речь? По подлинности понятно, что мы... Ну, Росреестр лишен, да, возможности проверки подлинности там, договора, паспорта, например, да, у нас нет вот этих машинок, которые зачастую стоят у нотариусов, например. Но в части недостоверности сведений это встречается при государственной регистрации и постановке на учет объектов в части их технических характеристик. То есть если в реестре, например, часто содержится одна площадь квартиры, а была произведена перепланировка, и квартира, да, увеличилась, например, значительно площадь, и эти данные мы получили, кладите, мы узнали их. То есть сведения к нам поступили, пусть не от заявителя, например, от ГУИОНа, который каким-то образом этот объект произвел техническую инвентаризацию, то мы не будем производить регистрационные действия до внесения изменений в данные реестра. И это связано в том числе с принципом достоверности. То есть если вы знаете, что с объектом производились какие-то действия, вот да, в части участков бывает, что в реестре одна площадь, а на деле оказывается там по данным КЗР другая, то если эти сведения к нам поступят, а государственный регистратор зачастую уточняет эти сведения, если у него там есть вопросы, он видит в деле регистрационном, имеются там, например, какие-то, не знаю, судебные, например, иски там о перепланировке, о том, чтобы ее узаконить, и он увидит, что это было, а результата никакого нет, а в реестре там другая площадь, он может это все уточнить, узнать, и если у вас в договоре указано иное, то вы получите решение о приостановлении. Понятно, да? Так. Форма или содержание документа, представленного для кадастрового учета или регистрации прав, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Ну, здесь, да, Гражданский кодекс, полный рост, это у нас требования к сделкам разным в основном. Бывает, что еще, с чем мы сталкиваемся? Ну, с актами государственных органов редко такое бывает, что-то там, чтобы у них было. Ну, в основном это сделки. Значит, представленные документы, подписанные неправомочными лицами, не представлены документы, запрошенные органом по межведомственному запросу. Кстати, в 122-м законе, как вы помните, было основанием для приостановления – это направление межведомственного запроса. А здесь основание для приостановления – не получение ответа на межведомственный запрос, то есть срок он как бы ну, удлиняет. Вот. Вроде как бы можно успеть в рамках срока, предоставленного для принятия решения, получить межведомственный ответ и все, и получить уже регистрацию. Вот так вот стало здорово теперь. Значит, представлена информация об отсутствии документов запрошенных, которые по межведомственному запросу. Ранее представлены документы на государственную сделку с этим объектом, ограничение обременения этого объекта, и по этим документам не принято решение. Ну, это вот этот пункт, он связан со случаями, когда осуществляется распоряжение одним объектом, и здесь же приносят сделку вторую на этот же объект. Продавец как бы два раза, то, что называется, продал. Кто успел, тот вроде как бы и молодец. А здесь какие есть моменты? Как вы знаете, объект должен быть передан по Гражданскому кодексу, если в договоре не указано иное,
а объект недвижимости также подлежит передаче. И здесь вроде как бы регистрировать надо тому, у кого этот акт приема передачи есть. Ну вот зачастую они бывают и у обоих лиц, бывают ни у одного нет. Ну вот такой пункт, конечно, часто по обеим сделкам принимается решение о приостановлении, а потом об отказе, потому что понятна некая странность данных действий. Да, да, можно так делать, можно отдельно, как хотите. Да, чаще так люди прямо пишут, да, что является актом приема передачи. Ну, пишут часто, что и право возникает с момента государственной регистрации. Переписывают как бы тем самым норму закона, а на самом деле можно рассматривать это как иное. Иное, отличное от передачи. То есть право собственности, когда они так пишут, они вроде бы реализуют возможность диспозитивной нормы, которая говорит, что возникает с момента передачи вещи права собственности, если иное не указано. Это именно в отношениях между этими лицами. Да, потому что государственная регистрация принципиально, она рассчитана на третьих лиц. Иначе мы с вами бы не получали удовлетворение иска по понуждению к регистрации перехода права. Да, если бы право не перешло, то суд бы не принимал таких решений. Почему пленум 10.22 говорит, что если объект передан, то иск может быть заявлен и удовлетворен о понуждении к регистрации перехода права? Если объект не передан, то не может быть такого иска в принципе. Он говорит, вы взыскиваете убытки, что хотите там делаете, но вот нет, вы не получите объект. Да, если не передан, объект не получишь. Вот понудить нельзя будет. Да. Потому что речь идет об отношениях между двумя лицами. Это отношения между продавцом и покупателем. У продавца в реестре все зарегистрировано. И когда я заключаю куплю-продажу и подписываю акт приема-передачи на покупателя, я распоряжаюсь тем, что у меня есть, у меня по реестру есть, и вот я передала. И я сейчас говорю об отношениях между этими двумя лицами. Для всех третьих лиц собственник по-прежнему продавец. И они все на это ориентируются и правы в этом. Это очень четко отражено сегодня в пленуме об аренде, о договорах аренды. Раньше мы с вами говорили о том, что если договор аренды не прошел государственную регистрацию, то все радостно, никаких неустоек, все, давайте по 395, 3 копейки, получайте и не гу-гу. Выходит пленум по аренде, который говорит, нет, ребята, они заключили аренду, которая, да, срок больше года, да, подлежит государственной регистрации, но вы знаете, в отношениях между вами вы будете руководствоваться положениями этого договора. Установлен там неустойка 10% в день, будешь платить. Речь идет о реестре. О реестре. Суд сказал, да, не зарегистрировано, но в отношениях между вами вы будете руководствоваться. Вот то же самое логика применима и при купле-продаже. В отношениях между продавцом и покупателем происходит передача, и можно понудить. Нет передачи, и нельзя понудить. Ну и судебная практика, она однозначно поддерживает эту позицию доктрины. И 10.22, и плену об аренде об этом говорят. Итак, значит, сделка акт государственного органа признана недействительным в судебном порядке. Сделка, подлежащая регистрации, являющаяся основанием, является ничтожной. Здесь возвратимся к оспоримым сделкам. Да? Вот у нас мы видим основание для приостановления, что сделка является ничтожной. А мы с вами знаем, что одним из этапов является правовая экспертиза, и закон закрепляет и 218, так же как и 122, о том, что правовая экспертиза состоит в проверке законности сделки. И наша законность сделки, она включает в себя в том числе и проверку о том, чтобы эта сделка не была оспоримой. Да, понятие законности шире, чем понятие оспоримости. И здесь имеет место коллизия о том, как при выявлении в правовой экспертизе основания для того, чтобы эта сделка являлась оспоримой, тем не менее производить регистрационные действия, при том, что имеется личная ответственность государственного регистратора, и он в порядке регресса отвечает за убытки, причиненные регистрационным действием. Очень сложно. Мы ничтожность, да, а вот по оспоримости, когда мы видим, что, например, ну, не будем там с согласиями сейчас, не о согласиях будем вести речь, о них я поговорю отдельно, а, например, когда
сделка не соответствует требованиям закона. Мы видим, по 168 статье является оспоримой сегодня. И вот мы попадаем в эту ситуацию. И плюс, понимаете, реестр, он же для третьих лиц. А в 168 как написано? Написано, что сделка, противоречащая закону, она по общему правилу оспорима. А вот ничтожна она в случаях, если она нарушает права и интересы третьих лиц или публичные интересы. И вот хотелось бы, чтобы, конечно, все, что связано с реестром, исходя из принципа публичности, да, попадало бы вот под этот второй, там, нижней строчки этого пункта. Потому что, как так, я вот покупаю квартиру, а там, оказывается, была оспоримая сделка, да, на основании которой продавец получил объект. И, конечно, есть опасности для меня в этом. А вот у регистрирующего органа оснований для отказа, для приостановления, а потом для отказа нет. А для ничтожности... Да, если сделка ничтожна, мы не будем регистрировать, да, потому что ничтожна она с момента совершения, вне зависимости от признания ее таковой судом. Вот в силу закона такое указание, поэтому... Значит, раз уж мы заговорили об оспоримости ничтожности, по согласиям, 218 закон, его, так сказать, фишка в том, что появилась возможность проведения государственной регистрации при отсутствии согласия третьих лиц, необходимого в силу закона. Это очень любопытный момент, потому что это очень многие сделки, значит, с супругами, сделки, где необходимо одобрение юридического лица, значит, соответствующих органов, ну и везде, где есть согласие вот это, да, да. Залогодержателя, например, это тоже очень, конечно, все здорово. И вот государственный регистратор попал в ситуацию, когда у него это не является основанием для приостановления регистрационных действий, если эта сделка является оспоримой. То есть это основание только если в отсутствии такого согласия она ничтожна. А все сделки с супругами, как вы знаете, по Семейному кодексу оспоримы, поэтому в полный рост у нас, конечно, бывают. Вот. Ну это вот, я не знаю, с чем это связано, сложно сказать, потому что раньше... Все было направлено на то, чтобы, если уж совершается регистрационное действие, то там полный мир и согласие со всеми. Согласие супруга получено, нотариальное, все хорошо и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня гражданин сам должен быть озабочен для того, тем, чтобы получить нотариальное согласие. То есть вот я прихожу на сделку, там у меня, значит, знаю, что продавец, я говорю, а вы вот в браке? Он говорит, а вот да, в браке. Я говорю, а у вас это поди совместная собственность? Он говорит, ну да, совместная. Я должна ему сказать, ну тогда неси нотариальное согласие супруга. Мне, вот лично мне, неси его. Вот, и он говорит, а тебе зачем? Я говорю, а вот мне надо. Скажет, ку-ку, отстань. Вот регистрирующему органу не надо, а тебе надо. Конечно, в реестр вносится отметка о том, что сделка совершена в отсутствии такого согласия. На практике возникает вопрос о возможности снятия этой отметки. Потому что в законе, конечно, полная тишина на эту тему. Но, конечно, эта отметка, она должна сниматься, и она снимается, если вы впоследствии это согласие подаете в регистрирующий орган, представляете, и пишете заявление о внесении изменений, прикладываете туда это согласие, можете там писать, я не знаю, может не писать сопровод о том, что вот есть такая запись, снимите, пожалуйста, вот согласие. Вот в таком порядке. Угу. Угу. Так. Ну, потому что регистрирующему органу других полномочий не предоставлено. Это к вопросу о законодателе, это вопрос о распределении компетенций, это вопрос о том, что есть гражданские правоотношения, где все регулируется волей сторон, и если стороны заключили такую сделку, то пусть идут и потом... Коллега, ваш двухсторонний диалог, не знаю, как другим, мне надоел. Вот видите. В состоянии сформулировать письменно вопрос? Так. Да не мешайте остальным. Значит, продолжим с вами. Значит, по согласиям я вам рассказала. Обратите на это внимание и будьте внимательны с ними. Значит, так.
Значит, вот дальше у нас идет с вами пункт о том, что в представленных документах отсутствует согласие на совершение сделки, если такая сделка является ничтожной, если с федерального закона это следует. Значит, еще отмечу, что по согласию. То, что речь о согласии необходима в силу закона. То есть вот если, например, у меня в договоре предусмотрено, что там на необходимо мое согласие, когда закон, например, допускает отчуждение, ну, распоряжение объектом без него, то регистрационные действия будут приостановлены, если в договоре это есть. То есть, понимаете, это тоже абсурдно, потому что государственный регистратор, он же предыдущую сделку, по идее, смотреть не обязан. Вот он знает, что по закону необходимы вот эти согласия. И логично было бы наоборот. Согласие, которое требуется в силу закона, то есть закон защищает граждан в этой части, говорит, что, ребят, нет, вот здесь согласие. Было бы логично здесь как раз-таки принимать решение о приостановлении, даже при оспоримости. А получается, что если согласие нужно в силу закона, то мы будем регистрировать, если сделка не ничтожна. А если согласие необходимо в силу договора, то государственный регистратор должен еще посмотреть этот предыдущий договор, обнаружить это и приостановить. Несмотря на то, что сделка является оспоримой, а не ничтожной в отсутствии такого согласия. Да, да, если договор между сторонами, понимаете? Прошлый. Да, да, в неком прошлом. Итак, значит, приостановление сделок, связанных с жилым помещением, приобретенным с использованием кредитных средств банка, если только банк дал такое согласие на приостановление, может быть приостановлено. Если сделка у нас не содержит ограничения, установленные федеральным законом или договором для сторон такой сделки. Если акт органа или местного самоуправления вне компетенции издан. Если объекты не являются объектами недвижимости, по сути, да, то есть объектами кадастрового учета, которых осуществляются. Ну, дальше у нас идут основания, связанные с земельными участками и их границами. Здесь, собственно говоря, много о... Ну, понятно, что через полосицы недопустимо, то есть пересечение границ. Когда ошибки выявлены в кадастровых документах, наложение участков, вот часто бывают. Ну и, конечно, граждане вынуждены предъявлять иски о признании действительными результатов кадастровых работ, кадастрового плана в отношении участка, который был поставлен на кадастровый учет ранее. Или права, на которые зарегистрированы ранее. Еще интересный, значит, пункт – это созданный объект недвижимости, при реконструкции которого не требуется выдача разрешения на строительство, не соответствует виду разрешенного использования земельного участка. Тоже в этот пункт просто уперлись, потому что с ним возникли проблемы, связанные с законом о садоводческих, огороднических, дачных объединениях граждан. И вот с этими участками вы, наверное, слышали. Связано с тем, что строят на садовых участках и на дачных участках. Вот по этому закону дачный участок допускает дом, а садоводческий участок допускает жилое строение. И вот что это за зверь такое, жилое строение, никто понять не может. Это вроде все говорят, внесите нам жилой дом, а им говорят, а у вас не может быть там жилого дома. Жилое строение. И вот начинается, слава богу, вот с 2018 года у нас, я надеюсь, примут этот закон, где разрешат строить на этих участках, уже все, всем жилые дома, все будет, видимо, всем без разницы. Но сегодня и Росреестр, он все-таки регистрирует такие случаи. Сначала была вот эта вот путаница, ну, вопрос вот с этим пунктом, потому что там прямо идет несоответствие между объектом и видом разрешенного использования земельного участка. Садоводческие участки тоже, понятно, разные, и градостроительный регламент, правила землепользования застройки, они же как? Они предусматривают для каждой зоны, ну, там, например, 5, там, может быть, да, видов разрешенного использования различных. И каждый вид разрешенного использования имеет расшифровку, то есть что может быть. Вот, например, садоводство – это вот выращивание плодовых ягод, деревьев, там чего-то там. А вот для ведения садоводства там еще может быть вот жилое строение. А еще может быть там для ведения садоводства и чего-то еще. И у него еще третья расшифровка. И там, например, тоже нету строения. И вот эти вот частности
в них просто закапывается государственный регистратор и выносит решение о приостановлении в итоге по этому пункту. Да, регистрируется как объект, потому что принципиально он возможен по одному из подзаконных актов. А вот форма, постановление о подтверждении формы технического плана допускает варианты объектов недвижимости, в том числе жилое строение. Другое дело, что технически техплан, он же в электронной виде составляется, так вот электронная форма, нельзя выбрать такого. И вот кадастровые инженеры в это уперлись, они говорят, мы бы рады, мы не можем, у нас нет в электронной вот этой программе, нет такой вкладки. И мы им сказали, вручную вносите, пишите, исправлен, уверить. Вот так вышли из ситуации. Потому что они ставят жилой дом, а мы не можем на жилой дом зарегистрировать. И на жилое строение, когда заявление на жилой дом, тоже не можем. И все. И вот так вот мы решили этот вопрос. Но с 2018 если примут, все будут строить, и все на всем. Все подряд, на всем подряд. Так. Здесь в том числе и про градостроительный регламент речь. Да, это не только про садовые дома. Вы столкнетесь с этим при, например, регистрации прав на вспомогательные сооружения. Да, это один из случаев, когда не нужно получать разрешение на строительство объекта. Здесь тоже существует достаточно большая проблема. Что такое вспомогательное сооружение? Нигде мы не найдем с вами определения, нигде мы не найдем с вами четких критериев. Есть, значит, письмо Минстроя на эту тему, и есть письма ГАСНа. В общем, все бы рады писать об этом. Наверное, есть и какие-то монографии на эту тему. Но принципиально в законе нигде четкого понимания нет. Вот нет и все. Да, служит для обслуживания основного объекта. Мы с этим сталкиваемся при решении вопроса, предъявлять ли требования о расположении вспомогательного объекта на одном земельном участке с основным. Вот предъявлять или нет? Вот Минстрой пишет в одних письмах, что предъявлять, потом вроде пишет и не надо предъявлять, ГАСН пишет, что надо предъявлять это требование. Но, как вы понимаете, эти письма, они что такое для нас? Вот, это же не закон, ну, некая, да, позиция, толкование некое. А суды на эту тему говорят, ребята, понятие вспомогательности не является категорией, которая может быть решена в рамках экспертизы. Эта категория вот такая техническая, все, значит, сказал кадастровый инженер, что вспомогательная, значит, вспомогательная, вроде как. Ну, вот такая позиция судов. А, ну вот, разные объекты под это пытаются подвести, вот вспомогательность. Ну и требование о расположении на одном земельном участке, оно с точки зрения закона вроде бы и может быть обосновано, да? Потому что вы знаете, что признание прав на объект потом может давать возможность получения земли под ним, да, если эта земля ранее ни за кем не зарегистрированная, в том числе не за правообладательного объекта. Вот, поэтому тоже есть моменты, вы должны быть с этим знакомы, и если такой вопрос столкнетесь с необходимостью регистрации прав на вспомогательное сооружение, то у вас должно быть этот объект поставлен на кадастровый учет в таковом качестве. Так как раньше это было, ну, мы часто видели объекты, которые явно не являются вспомогательными, но они были в таком качестве поставлены на учет, то сегодня учет осуществляет тоже Росреестр. И мы тоже вынуждены проверять как-то вот эту вспомогательность. Есть понимание, что это должны быть объекты некапитальные, что временные сезонные сооружения пониженной, значит, уровня опасности. Есть, значит, постановление об этих уровнях опасностях, там парники, теплицы, что-то такое. Вот. Ну, к парникам, теплицам вообще вопросы о том, являются ли они недвижимостью. Поэтому это и так понятно все. Вот, поэтому вот такая вот ситуация с вспомогательными объектами. Так, о чем мы с вами еще поговорим? Значит, нарушен порядок согласования границ участка. Это случаи, когда участок проходит уточнение границ. Как вы знаете, если участок впервые ставится на государственный кадастровый учет, то
согласование границ с соседями не требуется по земельному законодательству. Если участок уточняется, то вы должны получить согласие всех соседей. Согласование. Так. Размер образуемого земельного участка не будет соответствовать предельным максимальным минимальным размерам. Ой, тоже пункт, который часто встречается с нами, причем мы с ним встречаемся, когда читаем судебные решения. Так вот, суды, конечно, делят участки меньше предельных минимальных. И здесь, с одной стороны, мы видим обязательность судебных актов, с другой стороны, видим вот этот пункт, и есть, да, понимание, что землей вот нельзя так вот ее рубить, как все остальные объекты. Есть понимание, что если участок предназначен для определенных целей, да, строительство, он там должен быть не меньше 6 соток. И если он меньше, то он уже функцию свою не выполняет вот для этих, для строительства. Тогда его надо или переводить, или что-то делать с ним. Но сегодня позиция, конечно, исполнять судебные акты, потому что судьи говорят, ничего знать не хотим, вот, вот у них 6, значит, по 3 сотки, все. Пофиг на все остальное. Так, вот что касается земельных участков. Если земельный участок образован из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, тоже раньше в законе не было такого пункта, и бывали случаи, когда земельные участки образовывались из различных категорий. Ну, конечно, отказывали, но, тем не менее, вот законодатель, видимо, решил отдельно вынести это. Так. Что еще мы с вами, что может быть интересно? Помещение не изолировано или не обособлено от других помещений, зданий или сооружений, за исключением машиномест, за исключением. Так. Ну и если объект недвижимости образуется, когда выдел невозможен, либо выдел доли невозможен, если существует судебный спор на недвижимое имущество, а являющееся предметом ипотеки, или в отношении обращения взыскания на такое имущество. Тоже не совсем понятно, например, если речь идет об определении порядка пользования имуществом, являющимся предметом ипотеки. Ну, ладно. Значит, если спорят о предмете ипотеки, мы приостанавливаем. Если есть несколько договоров долевого участия в строительстве в отношении одного и того же объекта, ну, собственно говоря, такие наиболее интересные мы с вами прошли основания. Если что, вы посмотрите, если у вас есть вопросы, то спрашивайте о них. Вот, потому что нам, да, надо еще почитать вопросы. В пакете документов на государственную регистрацию перехода права собственности на квартиру отсутствует акт приема передачи квартиры, поскольку, согласно договору купли-продажи квартиры, акт ее приема передачи составляется после государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. Вопрос. При таких обстоятельствах, при отсутствии акта приема передачи квартиры в пакете документов, будет ли осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на квартиру? Так вот, ответ. Если я, например, бы принимала решение о государственной регистрации, если в договоре купли-продажи имеется фраза о том, что переход права собственности осуществляется с момента государственной регистрации, я бы произвела государственную регистрацию. А если такая фраза отсутствует, то я бы попросила акт приема передачи при отсутствии иных обстоятельств, да, в рамках иных обстоятельств, при которых осуществляется переход права собственности на квартиру. Понятен ответ? Да? Вот за... Ответ такой, что если в договоре имеется фраза о том, что право собственности переходит в момент государственной регистрации, перехода права, то я бы произвела регистрационные действия в отсутствии акта приема и передачи. И там отсутствует иное, когда переходит право. Там может быть написано, право переходит в момент передачи ключей, например. Тогда я попрошу, давайте акт приема и передачи ключей. Тогда будет... Тогда, если переписан закон, все равно я буду считать, что стороны установили, что право переходит после государственной регистрации. И произведу регистрационное действие, потому что это написано в договоре. Понятно? Потому что в договоре написано «переходит после государственной регистрации». Я буду считать, что ну вот они поняли, что переходит, когда я запись внесу,
у них такой момент возникновения собственности, и я внесу запись без акта. А вот если этой фразы нет и нет иного, попрошу акт приема передачи. Да, спасибо. Гражданин в рамках дачной амнистии на основании декларации зарегистрировал жилой дом в садоводстве, получил милицейский адрес, прописался, сам прописал семью. Однако ни стен, ни крыши дом не имеет, дом только строится. Насколько правомерна данная регистрация? Ну, вопрос в том, как этот объект был, да, на основании декларации зарегистрирован. Ну, регистрация правомерна, что я могу сказать. Если регистрация произведена в соответствии с нормами законов, да, по дачной амнистии, то регистрационные действия совершены в соответствии с законом, потому что государственный регистратор не выезжает и не смотрит, что там с домом, особенно когда регистрация осуществляется на основании декларации. Это законодатель разрешил в силу добросовестности, разумности действий участников гражданского оборота, которые не будут ставить и платить налоги за объект, который не имеет ни крыши, ни стен, ни пола. А здесь, во-первых, станет вопрос о заинтересованности, вам нужно будет выходить. В чем вы, можно выйти в суд в такой ситуации? О сносе самовольной постройки? Ну вот так-то. Как вы к этому дому имеете отношение? Если там его земля, то вообще... Ну хочет жить он без крыши и без стен? Пусть, значит, живет без крыши и без стен. Еще, может, продаст кому-то без крыши и без стен. Может, кто-то купит. Так, в 2013 году выдано свидетельство о праве собственности на квартиру в новостройке. В 2013 году. В 2016-2017 годах... заказаны выписки ЕГРН, однако сведения о данном объекте отсутствуют. Так, интересно. Кроме этого, стало известно, что в доме, где находится спорная квартира, сведения в ЕГРН есть по трем квартирам из, например, 90. Как это объяснить и в чем причина абсурда? Ну, в свидетельстве о праве собственности 2013 года должен быть номер регистрационной записи. Вот, номер регистрационной записи есть. Поэтому нужно посмотреть, я думаю, что объект есть. Почему выписки не выдаются на этот объект, не знаю. Возможно, это некая техническая, ну, некий технический сбой. Вот, потому что если свидетельство существует, оно распечатано, в нем есть регистрационная запись, то объект есть в базе. Вот. Это, по-моему, должно быть однозначно. Так. 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 А, вы документы у другого супруга, да, на квартиру, собственно? Угу. Угу. Ох-ох-ох, ну, собственно говоря, что вам порекомендовать? Здесь нужно только посмотреть по факту, что. Вы вот мне говорите «нет», а может быть «есть», и мне вот надо тогда как-то это... Потому что не бывает такого, что есть свидетельство, вот, да, с записью. Понятно, что нет сведений, выдают, я говорю, потому что база, может быть, так выдает, но просто непонятно, как это возможно. И если объект, он стоит на кадастровом учете, эта квартира? На кадастровом учете квартира стоит? Есть кадастровый номер? Хорошо, ладно, давайте потом мы с вами поговорим об этом истории. Договор залога. Несколько лет назад Росреестр провел перевод права без согласия залогодержателя. Переход, видимо, да? А в настоящий момент Росреестр для перехода права требует согласия залогодержателя. Видимо. Сначала снять залог требует, а потом проведет смену собственника. Были ли изменения в регламентации действий Росреестра по залогу в последнее время? Несколько лет назад провел переход права без согласия залогодержателя. В настоящий момент требует снять залог, а потом проведет смену собственника. Я поняла. Значит, по согласию залогодержателя.
Ну, если это вот согласие того самого третьего лица, которое в силу закона требует, то должны произвести и сделать отметку, что регистрация произведена без согласия залогодержателя. Вот, а вот так вот. Будет ли изменение? А там все в порядке, залог в пользу кого-то? Ну, в пользу какого-то постороннего лица. Так. Они имели в виду подать заявление одновременно с переходом права собственности, потому что порядок заявительный в таких случаях зачастую мы, например, писали о том, что... Ну, как я могу, да, написать, вот если регистратор в такой ситуации пишет, что... Что мне делать? У меня заявление на переход в пользу залогодержателя. Давайте просто уберем залогодержателя и любой другой покупатель. Зачем ему нужно снимать обременение, если он согласен, знает о том, что есть обременение, он хочет купить эту квартиру с обременением. Почему требуют снять сначала залог? Нет, они не требуют снять залог. Я вам поясню, почему ваша ситуация, вот надо разбирать конкретную ситуацию. Ваша ситуация требует снять залог, потому что происходит... совпадение должника и кредитора в одном лице на стороне залогодержателя. Вот поэтому они требуют вашей ситуации снять. Получается тогда, что у моего залогодержателя, он же покупатель, есть иск о том, что... Согласна, поэтому говорю вам, одновременно надо это делать. Нужно подать заявление о том, что вот я продаю, и поэтому я подаю заявление о снятии. Подать одновременно, писать, что рассматривать совместно с пакетом таким-то. Более того, мне, вот ну, моя позиция о том, что в этой ситуации требовать снимать залог не нужно. Нужно регистрировать переход и прекращать залог, рассматривать заявление о переходе как заявление о прекращении залога, потому что есть совпадение должника и кредитора в одном лице, в силу закона все прекращать и все чистая запись. Да, хотелось бы, но нет. Пока нет. Так. Судья оспаривается сделка купли-продажи, признается договор недействительным. Возникла необходимость разъяснения суду самой процедуры приема документов и перечень лиц, которые должны присутствовать при сдаче и приеме документов. Суд отказал в удовлетворении ходатайства вызова в суд УФРС специалиста, на каких правовые акты можно сослаться, помимо ФЗ регистрации, есть ли какие-либо инструкции в свободном доступе для разъяснения суду всей процедуры прохождения документов. На самом деле достаточно закон о регистрации. Да, написано в законе о регистрации, по заявлению каких лиц осуществляется государственная регистрация. В каждом конкретном случае, да, сторон договора, если договор, если там обременение, то лица, в пользу которого устанавливается обременение и так далее. Значит, перечень лиц присутствовать при сдаче и приеме документов, вот я вам сказала, по заявлению кого осуществляется государственная регистрация. А какие еще процедуры приема документов? Это... процедура приема документов, ее как таковой ее не существует. Приходишь, обращаешься, да, есть у МФЦ, наверное, что-то есть. Я вот, честно говоря, не сталкивалась, поэтому это прокомментировать не могу. Но принципиально там, что во столько-то часов, там, количество таких-то лиц, в такое-то место такого нигде нет, не найдете. Вот для меня процедура – это что-то более регламентированное. Сегодня это у нас перечень лиц и документы, необходимые для регистрации. Все, это закон о регистрации. Не более. Были поданы две выписки, из которых из по хозяйственной книге. Так, наличие прав у собственника. Так они, может, действительно в разных кварталах? Смотрите, какая ситуация может быть. Если межевой план... То есть вам кадастровый план, кадастровый паспорт выдали без определения границ? Да. А как вы поняли, что они в разных кварталах? А я посмотрела, пошла на карте, один там, другой там. А если вы пользуетесь...
Вам нужно сделать межевание участков. Почему? Так подождите, а на самом-то деле участки где? Вы знаете, даже ну что, был муж и жена, они умерли. Они вот между собой поделили по согласию. Уже не столько, а детей сейчас... Так, ну они в разных кварталах, так они, может, действительно в разных... Они единой земли пользовали, один дом, единой земли пользовали. В сумме 1725 тысяч, да, жене 725 муж. И получилось, ну, так, ерунда. И как мы будем дальше... Вы поймите, что Росреестр, когда вам выдал, поставил на кадастровый учет ранее учтенный земельный участок, мы ничего более, как бы, мы что, мы присвоили кадастровый номер к некоему адресу. Все, у него границ нет. Один тот же адрес, один тот же землепользователь, так. И в разных кварталах. Так, вот это вот то, что они в разных кварталах, Росреестр-то это никак не идентифицировал. Это вот по вашей базе, по какой базе они в разных кварталах, я не понимаю просто. Откуда вы взяли, что они в разных кварталах? Так. Так, так у них один адрес. Ну, значит, какой-то документ да. выдан ошибочно, если они в разных кварталах. Если у вас, если, вы поймите, Росреестр вносит данные из того, что вы представили. Если там так и представлено, то вам нужно те документы исправлять и тогда к нам подавать на уточнение, на внесение изменений сведения. На внесение изменений сведения. Пишите заявление, описывайте ситуацию и разберутся. Вы можете на прием, а лучше написать письменно это все, приложить документы, тогда будет понятно, потому что на прием ходить было... Да там, понятно, в МФЦ бессмысленно, там же они не принимают решения. Просто заявление, как обращение, вы напишите всю ситуацию. Просьба разъяснить, да, некая, ну, как-то разберутся. На данный момент неоднократно регистрировались сделки, удостоверенные нотариусом, где собственник имел иные паспортные данные, отличные от данных правоустанавливающих право для документов. Сведения на 19 странице паспорта о старых паспортах данных отсутствовали, заявления об изменении данных не подавались. Почему ранее такие сделки не регистрировались, а сейчас регистрируются без проблем? Ну, видимо, потому что речь идет о сделке, удостоверенной нотариусом. Да, да, да. Ага. На самом деле вопросы к нотариусам, потому что вот государственный регистратор, когда он нотариальную сделку получает, он открывает 218 закон, читает ответственность, значит, проверка, права экспертизы сделок за исключением нотариально удостоверенных. Вот, и проводит регистрационное действие, потому что ответственность несет нотариус, у которого она застрахована. И если мошеннические действия будут совершены подобным путем, нотариуса и к нему все вопросы. Я считаю, что вы получите решение о приостановлении. Ну, должно быть решение о приостановлении, потому что идентифицировать будет сложно. Вот. Давайте. Встречаются ли ситуации, когда право постоянного и бессрочного пользования, если это не отказ от приватизации, право пользования членов семьи ЖСК, которые вселились в жилые помещения как члены семьи и на них предоставлялась жилая площадь? Это вы имеете в виду право постоянного и бессрочного пользования. Я вам хочу сказать в этой ситуации, что если вы через суд сможете признать право такое постоянное бессрочное пользование, то, соответственно, вам зарегистрируют. С приватизацией это то же самое, ведь там отказался от приватизации, там все идут через суд, признают свои права. Вот. В случае наложения границ земельных участков необходимо ли подавать иск о корректировке границ, сведения о границах и площади земельного участка? Нет. В случае наложения границ земельных участков вам нужно подавать к тому
если это ваш участок, вы считаете, вот он такой, он накладывается на соседний, значит, соседний какой-то не такой. И вам нужно к соседу как-то уточняться. Это не корректировка в ЕГРН. Если уже произведена такая государственная регистрация, что уже есть наложение, то, по идее, вам в любом случае, если вы хотите, чтобы ваш участок остался в этой площади, вам все равно к собственнику. Если вы согласны, что площадь должна быть уменьшена там, на 5 квадратных метров, потому что да, это и есть наложение, то тогда через, не через иск, а через уточнение границ сделали межевой план, в Росреестр подали на внесение изменений, и все, никто вам не будет препятствовать. Так, обращение в Росреестр Санкт-Петербурга осуществляется через МФЦ. А как это осуществляется в Ленинградской области или в Тверской? Там тоже есть свой МФЦ. Сколько я знаю, МФЦ созданы, да, в различных городах, и везде они есть. В Ленинградской области МФЦ есть во Всеволожске, и еще одно МФЦ есть, тоже, которое принимает документы на Ленобласть. Более того, сегодня существует, мы не поговорили об этом, не успели, экстерриториальная государственная регистрация. Может быть, в следующий раз о ней поподробнее поговорим сегодня. Ну, как, что там подробнее говорить, но есть моменты. Сегодня это в Кронштадте у нас принимают отдел, там сидят специалисты, которые принимают в любой субъект документы. Да? Решение принимается... А? Еще какой-то, да, я сейчас не помню. Нет, не все. Да, да. Сегодня можно зарегистрировать права в Москве, например, на недвижимость, подав заявление здесь. Решение принимает все равно Москва, нужно это понимать, потому что практика везде разная. Вот там говорят, что если в законе так, должно быть так, никаких там изменений. А практика во всех субъектах разная. Вот вообще кардинально бывает. А? Во Всеволожске одно МФЦ, а второе МФЦ, я не помню, где-то тоже там на подъезде располагается, но просто не помню, где располагается. Попробуйте в интернете посмотреть, наверняка найдешь. В любое МФЦ, главное, чтобы оно документы по Ленобласти принимало. То есть вы можете во Всеволожск поехать, там на Приозерск подать, и вот во второе МФЦ податься, там все равно. Граждане, отец и сын приобрели в общую собственность квартиру в 93-м году. Решением суда определен порядок пользования. В настоящее время сын намерен продать свою часть квартиры. Спора с отцом нет. Возникнут ли споры в препятствии при государственной регистрации? Значит, а доли-то выделены? Совместно, да? Не выделены. Ну, что я могу сказать? Им бы доли разделить, и тогда не было бы проблем. Им нужно представить в Управление Росреестра соглашение об определении долей, я бы рекомендовала. И продавать свою долю с уступкой, если есть решение суда определения порядка пользования, что покупатель согласен вот, исполнять это решение суда определения порядка пользования и продать дольку. Вот. Тогда не будет препятствия. Кстати, тут еще что-то. Сделка купли-продажи земельного участка удостоверена нотариусом, заключена в 2000 году. В настоящее время покупатель желает зарегистрировать переход. Ой, здорово как. А продавец уклоняется, это всегда. При формулировке исковых требований следует ли просить поставить на кадастровый учет? Объект собственности в реестре отсутствует, кадастрового учета нет. Ох-ох-ох-ох. А что же продают-то? Нотариус-то что удостоверяет? Объекта нет, у него есть какой-то условный номер. Адрес, наверное, только есть, да? Да. В документах что? Адрес-то есть? Так. Понятно. В исковых требованиях, наверное, имеет смысл заявить о понуждении к регистрации ранее возникшего права. Потому что в таких случаях продавец должен был бы подать заявление о регистрации ранее возникшего права, и тогда, да, одновременно беспошлинно все осуществляется переход на покупателя такого объекта. А если вы представите просто, ну, смотря как, если вы представляете решение суда, заявляете признать право собственности такого-то, а понуждение вы хотите? Ну. Нет, автоматически ничего сделано не будет, это однозначно. Да, нужно ставить вопрос о кадастровом учете, более того, объект нужно кадастрить. Понимаете, если у него есть свидетельство о собственности на объект, то объект является ранее учтенным. Нужно подать заявление. А?
Если свидетельство о собственности есть, то объект является ранее учтенным объектом без определения границ. Поэтому нужно подать заявление о постановке его на кадастровый учет. Поэтому вам, по идее, в решении суда вам нужно, чтобы вы были правомочны такое заявление подать. Если суд, вот вам что нужно отразить. Вам нужно так требование сформулировать, чтобы было понятно, что вы правомочны подать заявление о кадастровом учете этого ранее учтенного объекта. Понятно? Все. Дом сгорел в 2007-м, учтен в ГБДИ. Имеет идентификационный номер, Росреестр сведений нет. Необходимо прекращать кадастровый учет и прекращать право собственности. Инвентарные номера домов автоматически переходят в кадастровые. Ох-ох, так, здесь какой момент? В Росреестре сведений нет. Надо бы в БТИ тогда написать, что объект сгорел, чтобы они прекратили свою... Так? Они все имеют инвентарь, все учтены, но не все имеют кадастр. Вот нас интересует выкуп земли, но это сделать не можем. Но сведения просто если отсутствуют все. А вы же выкупить землю можете только если дом жив? Нет, еще тут это. Ну, право полной стоимости там совершенно. Как будто он пустой. Там он сгорит полностью. Все, да. То есть вы выкупаете, как будто он пустой. Нет, это не важно. Ну ладно, как будто пустой вы покупаете. Так, ну вот я вам говорю. Как будто пустой, если они обратятся, допустим, в БДИ, вот эти сведения, они ушли из БДИ, к вам? Если вы получаете, что сведений в объекте нет, да, то они не ушли. Но они могут уйти. Когда? А кто знает когда? Потому что есть понятие передачи данных, такое есть, но есть еще... Есть еще заявительный порядок. Обязательной передачи данных я не знаю. Обязательной передачи данных. Но я знаю, что эти данные, они передавались какие-то. Какие-то передавались, какой-то кусок передали, какой-то нет. Какие-то книги сейчас в администрациях, какие-то уже все в Росреестре. И это, ну вот так, так было. Да. Да, в том числе наши, да. Ну вот бывает такое, но если вам бывает такое, что, например, такой объект учтен в БТИ, имеет инвентарный номер, и потом оказывается, он сгорел в каком-то там году, а в Росреестре данные были переданы. Вот, в Москве, я знаю, такое бывает. Что происходит? Налоги начинают начисляться. И налоговая ведь... Да понятно, я вам объясняю, в чем это, что потом оказывается этот объект в реестре. Если вы получаете, что данных нет, то нет. Дарья Николаевна, большое вам спасибо. Поздравляем с наступающим Новым годом. Всего спасибо. Поздравляем вас тоже с наступающим Новым годом. Удачи, здоровья, будьте.